Своей силе, Сыном возрождаем в плоти.
Вот.
Праведника Господа.
Братья, видите, как много написал я вам своей рукою? Желающие хвалиться по плоти принуждают вас обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов, ибо и сами обрезывающиеся не соблюдают закона, но хотят, чтобы вы обрезывались, дабы похвалиться в вашей плоти, а я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь. Тем, которые поступают по всему правилу, мир им и милость, и Израилю Божию. Впрочем, никто не отягощай меня, ибо я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со духом вашим, братья. Аминь. Братья, мы же, как поспешники, умоляем вас, чтобы благодать Божия не тщетно была принята вами, ибо сказано: во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе. Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. Мы никому ни в чем не полагаем притыкания, чтобы не было порицаемо служение, но во всем являем себя как служители Божии, в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах, в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви, в слове истины, в слове силе Божией, с оружием правды в правой и левой руке, в чести и бесчестии, при порицаниях и похвалах. Нас почитают обманщиками, но мы верны, мы неизвестны, но нас узнают. Нас почитают умершими, но вот мы живы. Нас наказывают, но мы не умираем. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Мы нищи, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем. Мир тебе, чтущему, и Духа и Твоему, премудрость. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Человек, который, отправляясь в чужую страну,
призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал он 5 талантов, другому 2, иному 1, каждому по его силе, и тотчас отправился. Получивший 5 талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие 5 талантов. Точно так же, получивший 2 таланта, приобрел другие 2. Получивший же 1 талант, пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего. По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И подойдя, получивший 5 талантов, принес другие 5 талантов и говорит: «Господин, 5 талантов ты дал мне, вот другие 5 талантов я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, на многим тебя поставлю. Войди в радость господина своего. Подошел также, получивший 2 таланта, и сказал: «Господин, 2 таланта ты дал мне, вот другие 2 таланта я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, на многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Подошел, получивший 1 талант, и сказал: «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. И, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в землю, вот тебе твое». Господин же его сказал ему в ответ: «Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Посему належало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант, и дайте имеющему 10 талантов, ибо всякое имеющее дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Сказав сей, возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит».